Зеленый человек под цвет ткани. Он никогда не заработает Оскара за лучшую роль. В этом фильме его просто не будет видно. Останется только меч, который будет крутиться в вихре. Как будет крутиться меч и что случится дальше, Марина придумала сама вместе со своей подругой. Сценарий фильма не из книг, их детская фантазия. Они сначала хотели там мюзикл, они много чего хотели в этом кино снять, но потом у них завязалась одна идея, и они сконцентрировались вот на фантастике и начали вот все развивать, а потом еще подключились все, и все вот так вот завертелось, и всем очень понравилось, и все ждут, когда все это смонтируется. Но всю славу себе забирать здесь не положено. Актеры в любой момент могут превратиться в ассистента режиссера и даже гримера. В обиде никто не останется. Все на добровольных началах. У нас открыты двери для всех. В обе стороны. Мы никого не просим, не умоляем, не заставляем. Приходите, и кто-то себе заберет. У нас есть тяжелая ноша, и кто-то впрягается, и вместе с нами мы говорим, даже не говорим спасибо, он наш. Не хочет, Бога ради, он приходит, просто смотрит на нас. У них все, как у взрослых. Комната для монтажа, звуковая и гримерная. С нуля все соорудили за лето. Помогла область, выделила грант 2 миллиона рублей. Правда, отдала лишь 800 тысяч. На эти деньги купили некоторую технику и сделали ремонт. Они готовы бесплатно работать. Те, кто с нами сотрудничает, они все готовы бесплатно. У них глаза горят, понимаете? Нам помогают все. Но в игровом кино самое важное – наличие денег. Потому обходится тем, что есть. Пот с помощью обычного пульверизатора, костюмы из подручных материалов. Уже есть результаты, один фильм практически готов. Лента по рассказу Кира Булычева «Позовите Нину». Картину уже начали озвучивать. Тогда пора ложиться спать. Вы заговорили со мной, как с ребенком? Тут я разговариваю с тобой, как со взрослой. Спасибо. Только вот сами, если хотите, ложитесь спать с 8 часов. До свидания. Фильм «Хранители» будут переснимать. Хотят, чтобы все, что делают, было профессионально. Чтобы однажды, возможно, все тагильчане смогли гордиться своими земляками, обладателями премии «Оскар». Стоп, снято. Елена Терехова, Александр Штраух, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ.